Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Добро пожаловать в наш пятый сезон, в сороковую по счету серию, можно сказать, юбилейную. А юбилейная она потому, что в этой серии у нас будет глобальная очистка музея. Много людей с него повылетает, потому что уже давно не комментируют, и уже давно забыли на это дело после того, как попали в музей. А выключу я шейдер, чтобы не лагало. И знаете что, ребята, давайте сразу приступим к этому. И знаете, сколько людей в этой серии вылетит с музея? 20 людей. Че, обосрались те, кто есть в музее? Ну да ладно, ребята, давайте поехали. Кто первый у нас вылетит? Перед тем, как я хочу... Как я начну, точнее, выкидывать с музея тех, кто уже давным-давно не комментирует, я хочу сказать то, что если, допустим, вы комментировали каждую серию, но потом перестали по каким-то либо причинам. То есть, может, вы куда-то уехали в деревню, сломался комп, выключили интернет, еще там что-то. Это ничего страшного. То есть, если вы потом вернетесь и напишите мне, мол, Эдисон, там... У меня не было возможности комментировать, я не комментировал там одну неделю или две, потому что у меня ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И потом все, что вам нужно будет, это дальше продолжить комментировать, и я тогда вас опять замечу, в том смысле, что я замечу, ага, этот человек у нас был в музее, но он перестал комментировать, потому что у него там, допустим, выключили интернет, да, сейчас он опять начал комментировать, потому что у него включили интернет. И вот так у нас будет, то есть, если вы комментировали, но перестали, и потом опять вас выгнали с музея, да, и вы опять вернулись, то все, что вам нужно, это просто... Так, ты чё, и пока я это настраивал, вот эта паскуда пропала, ну ладно. Это просто вам возобновить комментировать, и все. То есть опять начать комментировать, и все, ребята. Но на этом, в принципе, я закончу рассказ о всяких сказочках. Это у нас там кто? Мэджикарп, иди ты в сраку. Ты нам не нужен, потому что ты у нас уже есть. Ну что, ребята, начнем. Первый у нас вылетает. Сейчас я открою списочек. Первым у нас вылетает Ярослав Артемов на фанпи, да? Я уже всех посмотрел, ла-ла-ла-ла-ла-ла, посмотрел, кто как, кто когда комментировал, этот уже давно не комментирует. Его место занимает Михаил Авдеев. Поздравляю тебя, ты активный, поэтому ты попадаешь в музей. Вутех, Владко, ты у меня стоишь под вопросом, знаешь почему? Ты хоть комментируешь каждую серию, но у тебя 10 серий подряд идут комментарии супер. То есть 30-я серия комментарий супер, 31-я супер, 32-я супер, 33-я супер Эдисон, 34-я Эдисон Эдисон супер супер, 35-я супер Эдисон Эдисон, 36-я Эдисон Эдисон супер супер супер. Вот все, что он комментирует. Поэтому, чувак, я не знаю, если так продолжишь, то такое, в принципе, ни мне, ни тебе, никому нахрен не нужно. Ты заходишь, смотришь название серии, даже не смотришь название серии, даже тебе лень посмотреть название серии, как множество хотят попасть в музей, только посмотрев название серии и написав комментарий. Даже этого не делаешь, ты просто заходишь, пишешь супер и уходишь. Это не мне, ни тебе, ни другим подписчикам не надо. Поэтому, если ты так собираешься дальше, то пускай твое место лучше займет кто-то другой. Но это предупреждение. Дальше, кто у нас следующий? Фроки Старли. Вот, ты уже тоже давно не комментируешь. Твое место занимает Денис Шестаков. Опа, отлично. Дальше, ребята, кто у нас? Абра. Абра вылетает, вылетает, вылетает. Ануар, Ануар, короче, так будет проще сказать. И его место занимает Степан Сердюков. Да. Дальше, кто у нас вылетает? У нас дальше вылетает Кранидус, да, вылетает у нас Кранидус, то есть Кирилл Симоненко, да, вот он вылетает, и его место занимает The Mr. Dingo. Сейчас. Опа, опа, вот так. Дальше, кто у нас дальше по счету вылетает? У нас вылетает Гюардус. Гюардус, Гюардус, Гюардус. Где он?
А я даже записал покемонов, чтобы потом не путаться, знаете, не искать получится, где находится вот тот человек. Вот, Кирилл Афанасьев, еще раз посмотрю. Да, Кирилл Афанасьев, его место занимает Андрей Финюшин. Поздравляю. Дальше кто у нас вылетает? Ой, сейчас, секунду, ребята. Дальше у нас вылетает Тедюрса. Тедюрса. А кто, Женя Гребенщиков? Да. Давно уже тоже не комментирует. Его место занимает Денис Пащенко. Или Пащенко, я извиняюсь, если неправильно, но, в принципе, я не могу узнать. Дальше у нас... Кто у нас дальше идет? Кто... Точнее, кто дальше вылетает? Зруа, Диман Тримаскин вылетает. Диман Тримаскин, вот. Его место занимает Даймон Шов. Поздравляю. И, ребят, вот эта пачка, это вообще чудо просто. Знаете почему? Сейчас я покажу. Потому что Наталья Ломакина тоже вылетает. Сейчас. Нет, Наталья Ломакина не вылетает, я извиняюсь, вылетает Зурарк. Его место занимает Кирилл Широков. Ребят, на это... Хотя нет. Это не вот эта пачка, а вот эта пачка. Походу тут, если я нормально помню, все Диглиты и даже вот этот вылетает. Да, тут все вылетают, потому что вот эта троица... Головастиков вообще уже все не комментируют. Сейчас я даже посмотрю. Диглит Дактрио. Да, все у меня записаны. Его место занимает Дима Кулаков. Дальше еще одно место занимает... Еще одно место занимает Николай Колодеев. И потом Дактрио занимает игровой канал Кристины. Но давай я тебя просто запишу, Кристина. Кристина. То есть, видите, вместо тех подписчиков, которые комментировали, но уже не комментируют неделю, две или три, уже просто, можно сказать, забили на это дело, я их удаляю и ставлю на их место тех подписчиков, кто активно комментирует. Тем самым, можно сказать, я забочусь о других подписчиках, потому что зачем у нас в музее будут стоять те подписчики, которые уже положили большой фиг на то, чтобы комментировать, а те подписчики, которые не комментируют, те подписчики, которые комментируют, будут страдать из-за того, что не хватает места в музее. Поэтому, ребята, мы поставим... А где в жопе амбуар? Разве я его не ставил в предыдущей серии? Странно. Но может я его просто-напросто не добавил? Фиг его знает, то есть все может быть. Так, сейчас, ребята, я просто... А, да, вспомнил. А, ну тогда добавим что-то такого. Эмбуар. Значит, я в предыдущей серии просто забыл его добавить. Хотя фиг его знает, честно. Ладно, его место занимает игровой канал Демона. Но просто у нас будет Демон. Демон. Если захотите поменять свое имя, то просто напишите в комментариях, я потом вам поменяю. Так, а кто у нас дальше вылетает? Диглит. Дальше у нас вылетает... Там у нас... Нет, там Нату. Нату у нас не вылетает случайно? Нет, Нату у нас вроде не вылетает. У нас дальше, ребята, Чермиллион вылетает. Ух, кто сейчас будет нафиг Чермиллионом? Сейчас мы посмотрим. Денис Буланый. То есть, ребята, мне кажется, большинство бы летсплейщиков или ютуберов положили тоже бы большой фиг на это, на музее. Просто-напросто не следили бы за тем, что вот там подписчика, которого я добавил месяц назад, ему уже похрен, и он уже давным-давно... не комментирует, да? То есть ему бы, наверное, было похрен. А, ладно. Раз не комментирует, пофиг, тогда пускай стоит в музее. Но нет, ребята, я тех удаляю, кто уже давным-давно не комментирует. Потому что им уже, можно сказать, пофиг, да? То есть они уже куда-то ушли, все, им пофиг, можно сказать. А добавляю тех, кто комментирует. Потому что, ребят, вы сами знаете, сейчас в музее не так уж и много мест свободных. То есть плюс к тому есть очередь. И зачем тем, кто комментирует, ждать, если можно уже попасть в музей? Так, кто у нас дальше? Арон. Арон у нас вылетает и добавляется... Сейчас. Арон, вот. РПГ Мозг. Так, поздравляю. Ну что, на первом этаже у нас вроде все, ребят. Я думал, это намного дольше будет все, но я вот это все составил даже списочек до серии. И сейчас, в принципе, я уже знаю, кто вылетает, кто остается. Дальше у нас вылетает Манки. Дальше у нас Манки вылетает. Сейчас мы посмотрим, кто. Хардкор Куки у нас вылетает, на его место Харади Ворлд. Дальше кто у нас вылетает? Сейчас, ребят, я посмотрю. Дальше у нас вылетает Клинк. Скайзиро. Этот у нас вылетает, добавляется MC Dark Chan. Ну, короче, MC Dark, да? Тогда, ой, сейчас.
Вот. Ой. Так. Кто у нас дальше вылетает? Сейчас мы быстренько посмотрим. Дальше у нас вылетает. Так, да, я понял. Это последние покемоны, которые вылетают. Вот этот вылетает, его место занимает Мирон Иванов. Да, его место занимает. А, сейчас, ребята, я еще раз посмотрю. Так, и вот этого. Вот так. Все, ребята, на этом у нас уже очередь кончилась. То есть пустой блокнотик в данный момент у нас. Мы добавили где-то около 15 новых человек, и все, на этом у нас кончится блокнотик. То есть этот у нас свободный. Кто у нас еще там дальше будет свободный? Короче, еще там пар. И вот этот свободный. Вот, потому что этого, кого я вроде добавил, он уже тоже не комментирует. Или что такое. Тут. И все, ребята. То есть смотрите. У нас сейчас уже очереди нету. Все, в следующих сериях, кто будет активно комментировать, я его буду замечать, я его буду добавлять в музей. Ребята, мы справились за 10 минут. Это даже очень быстро, если честно. То есть, очень быстро. Вот ты паскуда. Все, закрываем. Ну, хотя пак закрою. Хотя потом закрою текстовый документик. Заходим обратно. Справились мы очень быстро. Я думал, вообще минут 30-40 мы тут будем сидеть париться, но нет, мы справились. Так, ух, сейчас вот это все писать. Нет. Гулдин Шайни, Эмолга, Чатот, Псайдак. Так, ну все, всех я выписал. Сейчас мы пойдем быстренько добавим новых покемонов, которых мы словили в предыдущей серии. Потому что в предыдущей серии мы кучу новых покемонов словили. Сюда. Бам-бам-бам, Гулдин, да? Опа. А вот это стоит нормально, то есть это кривожопый какой-то, Magikarp только лежит, да? А Голдин стоит нормально, тут в принципе сразу двух можно добавить. Потому что, вот так, да? Потому что потом еще Сикинг будет и все. Ух, они плавают, нифига себе. Дальше кто-то мне написал, Шайни добавил, Эмолга, Псайдак, Тропиус. Эмолга? А Эмолга вроде вообще нафиг эволюции не имеет. Ух ты, она еще летает, нифига себе, ты крутая. Эмолга. Вот так. Ой, а почему Шайни, не Шайни? Ох, нафиг, сейчас вот это пол... Это опять нафиг полчаса. Вот так. Эмолга, Эмолга. И тут, в принципе, еще одна Эмолга. То есть, у Эмолги вроде нет эволюции. Эмолга. Вот так. Допустим. Ху, три новых покемона. Ой, а почему я вышел? Дальше у нас... Эмолга, Псайдак, Тропиус. Псайдак, да? Псайдак. Сюда, в принципе, тоже сразу давайте добавим Псайдак. Чушь тянуть, да? О, это нет. Нет, этот слишком большой. Вот такой вроде. Потом еще Голдак. Ху, ну тут всех добавили, ребята. Ух, чувствуется, что в скором времени опять нужно будет делать еще один подвал. Ух, офигеть. Дальше, кто там у нас? Тропиус. А у Тропиуса, в принципе, тоже эволюции нету. Тропиус и Анжела. Давайте сейчас. Тропиус. Он тоже летает. Вот так. Словили мы, конечно, таких покемонов. Тропиус, у которых вообще нету ни эволюции. Вот так, да? Угу. Ух, чувствую, что скоро тут настолько будет лагать, ребят, что мы просто в музей будем полчаса, наверное, входить. Потому что будут такие лаги. Это может этого динозавра какого-то... Вот. Так, дальше у нас Анжела. Анжела. Апдейт. А у Анжелы тоже вроде эволюции нету, по крайней мере, и в данный момент, и в моде. Я говорю, ребят, мы словили, конечно, таких покемонов, в которых нафиг вообще эволюции нету. Так, Анжела. Анжелка, Анжелочка, мы скучали по тебе. Дальше у нас идет яички. Экс... А кто у нас будет яичками, ребята? Экзекьют... Да. Ребята, кто у нас потом будет яичками в музее? Кто тогда будет? В принципе, еще яички, да? Экзекьют. Кто тогда будет ими? Чё-то я вроде... Вот так, что ли?
Дальше кто у нас идет? Дальше у нас Пипинсир, Дроузи, Винонат. Офигеть, ребят, я говорю. В Пипинсира тоже эволюции нету. Ой, я что, реально написал Пипинсир? Пинсир. Заговорился, да? Так. Пинсир. Пинсир. Нет, не Пипинсир, а Пинсир. По крайней мере, сейчас. Вот так, да? Текстурку бы тебе поменять, Пипинсир. Ух, огромный. Дальше у нас Венонат. Нет, дальше у нас Дроузи. Нифига себе. Дроузи, 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 да? Ух ты. Ты еще и танцуешь, парниша. Дроузи. Хьюч. Ох, ты ж зараза. И вот опять, ух, нифига себе, опять такого же сделал. Хьюч. Да. А он, в принципе, потом гипно там. Дальше у нас кто идет? Венонат с первого Винипед. Венонат. Венонат. Смал. Пускай будет. Потом Венонат. Смал. Пускай будет. А потому что у него потом еще Веномод, если больше никого. Венонат с первого Винипед. Спиаров. Спиров. Шайни. И Винипед. Педовини. Вроде всех, ребята, мы добавили. Офигеть, сколько мы людей, хотя не людей, а покемонов, добавили в этом музее, в данной серии. И, в принципе, много людей даже вылетело. У меня, знаете, кто еще под вопросом стоит? Антон Легенд. Легенд. Поэтому, если ты в этой серии не отпишешься, в следующей серии я тебя удаляю с музея. А, потому что, в принципе, ты последний раз комментировал вроде 4 серии назад, и я говорил, что максимум 3 серии назад. Но я даю тебе последний шанс. То есть, если ты этой серии не прокомментируешь, то вылетаешь. Ребят, потом кто-то мне напишите, если кто-то его заметит, а если нет, то тогда нет. Сейчас вообще что, ночь, не ночь? Я, если честно, даже вообще не в курсе. Там не видно. Нет, не ночь. Ребят, может, я просто-напросто выключу дождь? Я не хочу в данный момент дождь. В принципе, он еще и шумит. Опа, опа, опа. Фу. Ну, в принципе, у нас уже даже времени осталось, если честно, что-то делать. Ух, нифига себе. А что я хотел сделать в предыдущей серии? Точно. Вот зачем мы шли в этот. Зачем мы нафиг шли в джунгли? Мы шли в джунгли за вот этим. А добыли себе кучу другого. А добыли себе 12 новых покемонов. Что мы еще можем? Дуриан, драгонфрут. Я не знаю, честно, ванила, бин. 1, 2, 3. Опа. Так, еще бы. Да что ты прикалываешься? Ух. Ладно, в принципе, в этой серии мы больше ничем заниматься не будем. Я вот это еще сейчас быстренько выложу. Сделаем небольшую уборочку. Сколько у нас вообще в арбу? В принципе, мне кажется, уже более-менее так прокачанный, да? Ну, хотя еще там 300 где-то осталось. То есть еще остается много. Так. А что у нас вообще такой заполненный инвентарь? Что тут можно нафиг выкинуть? Точнее, выложить. Можно вот это, вот это, вот это и вот это, да? Это вот сюда. Замечательно. Сюда. А почему вообще вот эта табличка пропала? Я вообще не имею ни малейшего понятия, если честно. Где она? Black Wool, Wool. Ага, да, вот это я еще собирался сделать. Так, вот это, да. Отлично. И тут еще, в принципе, в бэкпаке у нас до хрена чего. Вот это можно выложить, это обратно положить. И лимончик, точно, у нас же еще и лимончик есть. Это сюда. Сюда, сюда, сюда. Это сюда. Это сюда. И вот это сюда. Замечательно. Есть еще, да, в принципе, тут еще много чего есть. Вот так. И да, мы, если честно, очень много добыли. То есть потом будет что выращивать. Сюда, вот это, да? Иммун, так, точно. Вот сюда. Отлично, что еще тут есть? Вот это, и вот это. И вот это. Ну, это, в принципе, пускай будет, что ли. Сюда. Вот это выложим. Темка, нет, темки нету. Тогда это сюда.
покебол. Сюда, сюда, сюда. Замечательно, ребята. Вот мы, в принципе, сделали уборочку. Это еще можно сюда выложить. В принципе, вот это тоже можно. Немного вот так. Замечательно. Немного расчистили инвентарь. Фу. Так, что я еще хотел? Что я еще хотел? Ага, вот это поднять. И потопаем, ребята, потопаем, еще посадим вот эти новые деревья, то есть 6 штучек у нас есть. Посадим и, наверное, на этом закон. Ух, Меганиум, ну почему ты Меганиум? Нет! Я не хочу Меганиум, я хочу Чикориту. Чикорита. Пожалуйста, 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 ребят, мы же все ее просим, заспамьте. А, точно, я же тут еще продлил, ребята, я тут сделал новую территорию, это, Dragon Fruit у нас тут будет. Один тут, ух, если бы я знал, где тут центр, ну, вроде вот тут, и на этой части тоже. Так, где я потерялся? Так, сейчас мы это быстренько расчистим. Так, и это вот сюда, опять я не знаю, где центр, вот походу, вот, или, нет, вроде вот тут. Отлично, опа, нифига себе, сколько там боссов, знаете, такое чувство, как будто не хотят отпускать, в принципе, потому что сейчас мы уже заканчивать серию будем. А кого мы вроде сало, да, мы вроде сало прокачивали, как я помню, вроде да. Мы прокачивали сало наше. 110-й нафиг уровень. Он же вроде желтенький, да, босс вот этот. Поэтому если он желтенький, то с него и опыта до хрена должно быть. Да, а дала нам по 600 опыта. Зато нам дала охрененно как много лута, но не дала то, что нам нужно. А нужно нам XP Share. Да. Как всегда, знаете, закон подлости такой. И еще раз. 110-й уровень нафиг попался. Ох, ладно. А где наш... А где наш Лакеч? Неужели он куда-то испарился? Лакеч, ребят, смотрим, где он может быть. Нет ли его случайно на каком-то покемоне? Хотя вряд ли, мне кажется, просто я его профукал. Или профукал, или выложил в сундук. Да, выложил в сундук. Нифига себе, тут походу уже второй сундук нужно делать. Макс Ревайв. Что я еще хочу попробовать? Ой, нет, это случайно. Макс Ревайв. А как его вообще использовать, я не имею представления. Потом давайте как-то попробуем. Хотя, знаете, тоже не так уж и много Макс Ревайвов есть, чтобы использовать. Значит, давайте попробуем. То есть я, если честно, вообще не в курсе. Может, потом мне кто-то объяснит. Хотя, может, потом как-то сам догадаюсь, но все же. А много, только с этих боссов посмотрите, сколько нам всего выпало. Так, это еще все. Все, заполненный сундук. Охренеть. О, что ты, бум. Эконсек. 340, 300. И там Чикорита, ребята, у нас выбор, выбор года. Шайни Эконс или Чикорита? Давайте все-таки Шайни Эконс. Какой? 340-300. ТП. 340-75-300. Вот выбор нафиг, а. Представили. То есть, знаете, закон нафиг подлости. В одной стороне заспавнился Эконс, в другой стороне заспавнилась Чикорита. Мол, знаете, такой выбор. Ну чё, Эдисон, выбирай. Или Чикорита, или Шайни Эконс. И... Ладно, словим пшанекаться, Чикорита может потом еще заспавиться. То есть нельзя было сделать так, например, вот мы сейчас ловили Эконса, и, например, где-то сейчас заспавнилась тут Чикорита. Нет, нафиг, нужно было их вовремя заспавнить, в один и тот же момент. Зашибись. Опа, 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 опа. Урсарин, прокачай наше сало, пожалуйста. И, ой, случайно, хотя, нет, не случайно, это было запланировано. Ребят, я не знаю, давайте уже, может, на этом заканчивать. То есть это такая серия была, где мы очистили музей. Такие серии будут... Ух, я даже не знаю. Может, каждые 10 серий, то есть 40-я, 50-я серия. Или каждые 20 серий. То есть 40-я, потом 60-я серия. Это я еще, если честно, сам не знаю. Это, наверное, мы потом определимся. А знаете что? А давайте мы пойдем словим Селеби.
Я знаю, что она сейчас ловится. Ребят, это 1000000%, что она сейчас ловится. Просто, знаете, есть такие люди, которые мне говорят: «Эдисон, иди слови там Лугию». Ну, сука, конечно, пойду. А чем мне этого стоит? Я пойду куда-то, она сразу заспавнится. Что вы хотите, ребята? Меня же попросили ее словить. Я как только я приду, она сразу заспавнится. Вот, смотрите, минус 660, 3000, а хотя уже не заспавнится. Минус 660, 75, минус 3400, фиг его знает, уже сам забыл. Ага, значит нет. Опа, ни хрена себе я заспавился. И не тут, я опять потерялся, нафиг. Минус 670, ага. Ну там босс, но иди ты нафиг. А хотя нет, как классно мы так заспавились. А вдруг, а Лугия вроде же ночью спавнится. То есть она спавнится так же, как Киогр над океаном. Ну, в принципе, Киогр в океане, потому что это водный, да. Но все же, Лугия спавнится вроде над океаном, только ночью, да. В принципе, многие мне говорили, что она так спавнится. Поэтому, ребята, не идем мы ловить Селеби, мы сейчас ловим Лугию. Мы сейчас ловим Лугию, это, ну, просто 1000000%, ребят, ну что вы хотите, я сейчас ее 100% словлю. Не верите? Ну кто не верит, что я не словлю Лугию? Кто не верит? А, ну сейчас посмотрим, сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим, что вы думаете, когда она сейчас передо мной заспанится. Как все будут: «О, нифига, Эдисон, откуда ты знал?» Ну сейчас, смотрите, то есть в течение минуты, ну минуты двух максимум, максимум там в течение 50 серий, но она заспавнится. И тогда кто-то будет: «Эдисон, ухо, откуда ты знал, что она заспавнится?» А я скажу: «Ха-ха-ха, потому что я знал, откуда еще. Я же все знаю, да?» Так, вот сейчас она спавнится, ребят, прям сейчас, смотрите. Нет, у нас кончилась атака. Вот так. Поке-поке-поке хил. Ну чё, давай, Лугия, мы тебя ждем. Да я знаю, что ты где-то тут бродишь, нафиг. Лохнесское чудовище где-то залегло, что ли? Нет, лохнесское чудовище — это у нас будет Киогр. Где-то залег на дно и не хочет спавниться. Лугия, ну я же знаю, что ты хочешь. Ты хочешь заспавниться, это все знают. Вылези, пожалуйста. Вылези. Опа, 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 сейчас быстренько сюда. Я думал, сюда запрыгнуть можно. Нет. Еще нам сейчас так карабкаться нахрен по воде. А мы что, бегаем по воде нафиг? Ребят, мы умеем бегать по воде. Офигеть. Ха. Побежали, побежали. Тут 50 метров в глубине, а мы бегаем себе по воде. О, точно, у меня же есть мод на селфи. Что-то я забыл, если честно. Опа! Плюс к тому, что там Басяндра, так мы еще можем Тотодайла словить. Тотодайла, я там вижу фералигаторов кучу, но Тотодайла не вижу. Тотодайла или Ашавотишку? Зато я Сквиртла вижу. Эх. Лучше бы не Сквиртл, а реально Ашавот. Сало, прокачайте наше сало, пожалуйста. Ай. В этой серии мы никого не ловим, хотя, в принципе, если сейчас заспавнится фералигатор, то может мы кого-то и словим. И нужно будет подход для кого-то. Какой-то особенный, да, выбирать. Оп, опа! Сервайн галлюцинирует. То есть для Шанеканса нам, как вы видите, не нужен был подход. Он сам залез в покебол. То есть, знаете, это... Нет, это был все-таки подход. Это был подход. Просто я молчал. То есть, знаете, в Эконсе такой подход, то есть... I don't give a fuck, то есть иди ты в жопу, я посижу тут, посмотрю, что ты там делаешь. А он, ну да ладно, вот зараза, пропал босс. Это не Тотодайл, или Тотодайл, это Тотодайл. Ух, какой подход для Тотодайла? Ты же водный покемон, я не знаю, Тотодайл, я тебе рыбку сейчас принесу, скушаешь, захаваешь прям. Я же знаю, ты любишь рыбку, вот видите? Отлично. Дальше. Ашавот заспанется. Или он только днем спанится? Фиг его знает. Ладно, зато еще парочку тут басяндров убьем. О, точнее, не боссов, а обычных покемонов. И опыта немного себе подзаработаем. Сейчас я посмотрю. Какой там? Серпериор? Да, Серпериор. Вот, кстати. Вот. 36 уровень. Ему еще осталось 4 уровня. И все, мы его прокачали. Зато мы словили Тотодайла, и это очень круто. То есть Серпериору 4 уровня, а сколько там нашему Салу осталось? Салео 36, он вроде... У него еще Волдрейн есть, да, какая-то эволюция? Поэтому я не знаю, сколько ему осталось. Точно. Маркроу, ты нам не нужен.
А кто тут есть еще? Ну что? Лугия, ты вылазишь? Риадус. Лугия, пожалуйста, ну выйди прогуляться. Но я знаю, ты этого хочешь. Я знаю, ты этого хочешь. Ну что-то она... Не знаю, может... Ух, у меня есть ответ. Она, походу, уже дома спит где-то, уснула. Поэтому она просто-напросто не вылазит. Мы не вовремя пришли. А точнее, даже поздно, потому что она уже успела уснуть. Круто. Ладно, давайте домой. А прикиньте, я еще просто тпхаюсь, и она спавнится в тот же момент. 1, 2, 10. Нет, не заспавнилась. Ну да ладно. В принципе, если честно, я уже хочу какого-то нового, какую-то новую легенду, потому что предыдущую легенду мы словили где-то 10 серий назад, хотя, в принципе, это не так уж и поздно, не так уж и много, но все же. Ребят, на этом мы заканчиваем. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Такие серии будут каждые 10-20 серий. Я еще, если честно, сам не знаю. Потому что сами знаете, что нужно очищать музей. То есть, видите, 20 человек попросту вылетели с музея из-за того, что... из-за того, что долго не комментировали. И поэтому они вылетели. Ребят, кто хочет действительно остаться в музее, то не забывайте комментировать. И на их место попали многие люди. И, в принципе, у нас уже очистился список, кто... в очереди был и кто должен попасть в музей. Поэтому, ребята, кто хочет еще попасть в музей, начинайте или продолжайте активно комментировать, и в скором времени вы попадете в музей точно, потому что сколько вы будете комментировать, я буду вас замечать. Чем больше вы будете комментировать, тем больше у вас шанс попасть в музей. Я надеюсь, это всем понятно, ребят. На этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.